Всем привет, с вами канал Все для огорода. Я сегодня выпекал рулетики, это у нас творог, и немножко положил резаной кураги. Здесь вот полная, здесь вот. Ну, там чуть-чуть насыпал корицы, чуть-чуть. Вот, надо было сокорку побольше. Вот, выпек. Сегодня у нас это 40 дней, как мама не стала. Поэтому я решил выпечку сделать и как бы делать поминки. Ну, у нас родня такая, знаете, самая плохая это родня. Вот она не хочет родниться, то есть когда они маленькие были, они приходили в гости, там здесь мы их кормили до пуза, блин. А у них мода была такая, они говорят, мы с утра ничего не едим, и вот до обеда они голодные приходили, что у нас на столе все стояло, они все это подчистую съедали. Вот. А когда их просишь что-то помочь, они близко на дух не хотят это делать, помогать ничего. Поэтому не повезло с этими двоюродными сестрами, братьями мне. Может, кому-то и повезло, может быть, они вам что-то помогают, мне нет, на дух не хотят даже. И у них времени нету, они все заняты. Вот, ну, буду поминать один. Такие булочки, ну, не знаю, если соседка зайдет, им половинку, здесь их 6 человек там, или сколько сейчас посчитаю, 2. Ну, 5 человек, 5 булок им отдам, может быть. Вот, ну, зайдут, не зайдут, сам съем. Так, здесь уже я дегустации произвожу, потому что я с утра так есть захотел. У меня, в принципе, а вчера я обедал, что, у меня была одна свекла, ее отварил, и вот натер с чесночком, съел, и вот это у меня было вчера, это еда на один день. То есть нет, на завтрак, на обед, на ужин натертая свекла, протертая немножко чесночком, там 2 зубчика натер и все. А утром что-то есть захотелось. У меня есть там сухие яблоки, сухофрукты. Я всю весь вечер их грыз, но потом живот разболелся. Все-таки они кислые, это яблоки. Вот. Вот. Такие дела. Но сегодня буду делать поминки. Вот. Спасибо за просмотр. Жмите на колокольчик. Вот здесь вот рулетики с творогом. Как тесто делать? Я делал тесто самое простое, потому что мне практически ингредиентов мало осталось. Вот, значит, это 5 ложек растительного масла, 500 грамм муки, 2 столовых ложки сахара, 1,5 ложки соли, вода холодная, 2 кружки и дрожжи. Дрожжи замешивал отдельно. Это у нас пол чайной ложки, то есть пол столовой ложки сахара, ложка столовой муки, дрожжи немножко и молочка чуть-чуть, и вода. Ставил это все в кастрюльку, я в кружке все замешиваю металлической, и крышку одевал, и через 15 минут дрожжи подошли, я все это дело вылил в жидкое тесто поставил, налил в таз воды горячей, поставил это тесто, ну, в кастрюлю, естественно. И вот там крышка накрыла, и они подходило тесто 2 часа. Потом вымешивал где-то полчаса, наверное. Вот. Такие у нас рулетики с творогом. Еще не пробовал, сейчас горячие. Выпекал чуть дольше, потому что вот эти стояли наверху, они как-то быстро испеклись, где-то 35 минут. Эти выпекал час 15, потому что противень ниже стоял. Вот. Спасибо за просмотр, с вами канал Все для огорода, приглашайте на чай, на кофе, обязательно зайду. Жмите на колокольчик, чтобы не теснить видео. Вот. Спасибо за просмотр.